Всех приветствую, мои дорогие! Сегодня с вами готовим салат. Куриное филе отварила в подсоленой воде. Нарежем кубиком. Яйца нарезаем кубиком. Свежие огурцы нарежем кубиком. Пекинскую капусту нарезаем. Зелень укропа и зеленый лук нарезаем. Зелень добавляйте на свой вкус. Нут отварила в подсоленой воде. Добавляем мясо, яйца. Готовим заправку для салата. Растительное масло, сок лимона, соль, перец черный молотый. Можно еще добавить чеснок, пропустить через чеснокодавку. Поливаем заправкой, хорошо перемешиваем, и салат готов. Если вам рецепт понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне очень будет приятно. Всем пока-пока!